Максим, мы начали с победы турнир. Как тебе соперник? Начали с победы, да, но с победы не уверены, потому что очень много у нас ошибок, я даже сам не ожидал такого. В принципе, непонятные какие-то у нас замены были, непонятные атаки, очень много потерь, очень много пробежек, будем работать над этим. По команде соперника, честно, я думал, что Серега сколотит более конкурентоспособную банду. И, в принципе, я насрался на то, что придется прям бороться, но в итоге прям какого-то контеста не получилось. Но тоже неплохо, хороший вводный матч. Удалось, состав укомплектован? Да, удалось, состав укомплектован. Поздравляю. Спасибо. Женек, какое интересное интервью, очень спасибо. Да.